телеканал, который вас любит и работает для вас. Это АТВ. И Михалыч, погода на 20 мая. Всем, кто нас смотрит, только самого лучшего, чего вы достойны. По республике смещение активного атмосферного фронта вызовет резкое ухудшение погоды. Утром и днем по юго-западу и Прибайкалью, днем с распространением на остальную территорию республики. Местами дождь по юго-западу с мокрым снегом. Местами грозы. Ветер северо-западный 10-15, порывы до 24 метров в секунду. Пыльные бури, как в пустыне. Температура воздуха. Северные районы Баргузин, Курумкан ночью от минус 3 до плюс 3, а днем хоть тепло 17-22, местами до плюс 11. Центральные районы Селенгинский, Мухашибирский ночью плюс 2-7, днем плюс 12-17, местами до плюс 23, но это почти жара. Южные районы Джида, Бичура ночью плюс 4-9, в горах юго-запада до минус 3. Днем плюс 16-21. Улан-Удэ, любимая наша столица. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер северо-западный 9-14, днем до 20 метров в секунду. Температура ночью плюс 4-6, днем плюс 12-14. Ну, не жарко и не холодно. Падение атмосферного давления до 708. Днем сменится ростом до 715 миллиметров ртутного столба. Настоящая щедрость по отношению к будущему заключается в том, чтобы все отдавать настоящему, что все есть. Будьте щедры во всем, ибо все вам возвращается, что хорошее, что плохое, и все главное сторицей. АТВ и Михалыч.